Зорро наконец-то удалось его задержать. Произошло это в аэропорту Лос-Анджелеса. И, конечно, это был просто мужчина в костюме вымышленного персонажа. Но он был вооружен пластиковым мечом. Ранее центральный терминал аэропорта закрыли из-за сообщений о стрельбе. Полиция выяснила, тревога ложная. Никаких выстрелов и угрозы безопасности не было, но вот паника была настоящая. Люди, услышав звуки, похожие на выстрелы, поспешили покинуть терминал. Многие сильно испугались, бежали. Связан ли как-то задержанный с эвакуацией пассажиров и частичным закрытием аэропорта, пока неизвестно. Сейчас, после проверки всех помещений, работа терминала возобновлена.